В летнее время правоохранители продолжают стоять на страже общественной безопасности. Усиленные патрули появляются не только в зонах отдыха, но и во дворах многоэтажек. Причина – шумные компании, которые для нетрезвых посиделок выбирают беседки и лавочки, зачастую у детских площадок. Это, как правило, как и молодежь от 16 до 18, да, вот, такой вот 16-18, да, и 25-35, все. Вот, а вторая серединка вот это пропала у них. То есть люди как-то, наверное, определяются, на какой путь стать после 18, на темную или светлую сторону. А остальные все, да, пиво пьют, мусорят, ругаются матом, кричат и, соответственно, мешают отдыхать. Люди же обращаются не из-за того, что, извините, 18 или 19 вечера, да, им кто-то мешает там отдыхать. Они обращаются из-за того, что дети играют рядом. Вот. И сидят вот эти великовозрастные другие дети, да, и вот показывают своим примером. Милиции говорят, как правило, нарушителям спокойствия достаточно одной беседы. Но есть индивидуумы, которые попадаются неоднократно. К ним принимаются более жесткие меры, вплоть до направления в лечебно-трудовой профилактории. Под особым вниманием правоохранители в летнее время – подростки. Уже несколько лет в стране действует так называемый комендантский час. Детям нельзя появляться в общественных местах без сопровождения взрослых с 11 вечера и до 6 утра. Обязан находиться дома, либо в сопровождении члена семьи, то есть брат, сестра, который старше, мать, отец, да, бабушка, дедушка, близкие родственники могут находиться после 23. Вот только в сопровождении. Такого понятия нету, как комендантский час. Есть понятие время, установленное вечернее время для нахождения совершеннолетних без присмотра на улице. То есть эта мера создана для того, дети это тоже уязвимые члены общества, наиболее уязвимые, да, и тоже делается для того, чтобы они, во-первых, не стали жертвой преступления. Вот, это делается для этого. Поэтому оно действенно, оно и будет, и отменять ее никто никогда не будет и не планирует. Напомним еще раз, вся ответственность за детей, гуляющих в неположенное время, ложится на плечи родителей. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».